でショップ OK ココかセブン、セブンはこの1か OK 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 Thank you Thank you Thank you very much Ага. Получили мы от дядечки карту. Все просто понятно, черным по белому. На японском, ну что мы японского не знаем. Toyota, Subaru, Infiniti, Lexus. Тоже на чистом месте. По улице Гаврилова прямо. На Ленина поворачиваем вот налево. Идти минут 20. Ну и собственно мы будем на месте. Все предельно просто. Что-то сейчас иду, думаю, надо же посматривать назад, чтобы потом обратно вернуться. А то картинка поменяется и заплутаю. Какой-то надо взять ориентир. Потом думаю, что ориентир? Вон судно. Батя купил сыну маленький эскаватор. Ничего, у него такой клиренс. Как все здесь через жопу. Придумали себе левостороннее движение. Теперь мучайся. Вот, хочешь апельсины? Пожалуйста. Срочно надо сварить рис. Пожалуйста, вот, плантация риса. О, капуста. Хотя, черт я. Какая еще может быть тут быть капуста? А что грядки не пропало-то? Японцы такие, японцы. Уже современная Япония. Очень классный домик. Типа таунхаус. Ну или еще как-то. Только мне кажется, что я сбился с пути. Тут в очередной раз открываю карту и понимаю, что ничего не понятно. Ну и ладно. Где не пропадали. Полпути я ни одного намека на магазин или аптеку, которая мне нужна. Понимаете, все изобилие этой травки вкусной. А ее тут просто море. Но нам... Это не надо. Что можно выбрать? Лапша, 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 лапша. Лапша, лапша, лапша. Еще лапша. Еще немного лапши. Вот такая вот лапша. Лапша с гуляшом. Лапша, лапша, лапша. И внизу тоже лапша. Но я не хочу лапши. Вкусностей. А как выбрать? Вот то, что на меня смотрело. По всей видимости, такой кальмарчик. На пробу. Называется, не знаю, как потратить деньги, спроси меня как. Блин, почему я японский не выучил? Как бы раз, 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 все выбрал и пошел. Вообще непонятно. Вот правда. Как найти аптеку? Блин, do you speak English? Короче, мне аптека нужна. Фармаси, фармаси. Как бы ангина, и нужна аптека. А что, просто аптеки нет? Сейчас покажут мне, где аптека. Направо или налево? Другой Китай. Не сюда. Угу, угу. Вот Китай здесь. あります。あ、熱はありません。 Короче, в этой деревне аптеки нет. Нет аптеки. Ввел дядьку в заблуждение. О, что тут? Вот тебе спасибо. Да прям до аптеки доведет. Малой, ты с ума сошел? Я в куртке, а ты в шортах. А еще и поздоровался со мной. Правильно, со взрослыми надо здороваться. А кто болеет ангиной, как я, надо ходить в масках. Коничуа. Вот, милота. Объяснять, что мне надо. Коничуа. You speak English? Ну, будем разговаривать по-русски. Что, так сразу понял? Да ладно. Через... Ага. Ангина у меня. Have something spray. Ну, сейчас вот так мы и купим что-нибудь. Дело сделано.
Ну, судя по всему этим, по картинке понятно, что это в горло пшикать. Ну, а это этим полоскать. Ну, насколько я мог, я объяснил. Не знаю, понял ли он меня. Блин, даже инструкцию не прочитать. Что за жесть? Зачем? Зачем я здесь пошел? Господи, мое сердце. Там еще и Lexus стоит. Но это же очень круто. Это же настоящая Япония. Я не могу на это смотреть, я пошел лучше дальше. Ой! Блин, как круто. Honda. И все местное. И, наверное, стоит здесь как хлам, никому не нужный. Хотя про оранжевый я бы так не сказал. Ну, не мог. Я не мог пройти мимо этого... Да не, какого жука? Тут же стоит Altezza, в Японии Altezza. Кто вообще мог подумать, что в Японии Altezza? Да. О. Все, дед, пускай меня домой. Окей. Я нагулялся. Окей. Ага. Что, я домой пошел? Даже паспорт не посмотрел. Сейчас компания-то самый большой Каркери. И так как он самый большой, вмещает 7000 машин. Они сейчас даже не знают, куда его приткнуть. Наметилось. Тревожится. То ли на Америку пойдем, то ли на Индию. Они прямо выбрать не могут, что лучше. Самые дорогие чартеры. Или тут по Японии работать. Окей. Вот я и дома.